Всех приветствую на нашем канале Optonet. Сегодня у нас на обзоре вот такая огромная акустическая система. Это колонка на самом деле. Идет вот такой огромной коробочки, чтобы вы просто понимали примерные размеры. У меня есть колоночка JBL Charge 3. Charge 3 это маленькая колоночка, но люди, которые разбираются в портативных колонках, знают примерные размеры. Я просто ее взял для того, чтобы сравнить. Смотрите, вот эта коробка JBL Charge 3. Какого она размера? Просто, чтобы вы понимали, она реально огромная. В высоту она примерно 70 сантиметров. 15-й динамик, имеет мощность 150 ватт. Играет она просто шикарно. Вот низкие частоты, высокие частоты, все на высшем уровне. Плюс есть настройка. И самый большой плюс, который понравился лично мне, в ее комплектации есть... два микрофона, которые беспроводные и которые дадут возможность вам петь караоке или просто петь, как угодно. Вот, два микрофона, которые беспроводные. Сюда нужно вставить батарейки, потому что изначально их здесь нет. Две пальчиковые батарейки, они будут работать. Играет она очень круто, плюс огромное количество настроек. Сейчас я более подробно вам расскажу про эту колонку. Покажу, мы попробуем ее включить. Приятного просмотра, поехали! Коробка самой колонки выглядит вот таким вот образом. Здесь надпись ZXX1503, то есть так называется данная колонка. Вот таким вот образом выглядит сама колонка. Давайте сразу пройдемся по комплектации и потом уже посмотрим на саму колонку. В комплекте вы получаете инструкцию по эксплуатации. И также у нас есть сетевой кабель для того, чтобы заряжать эту колонку. В ней есть, конечно, встроенный аккумулятор, но чтобы ее заряжать или чтобы она просто работала от сети, есть вот такой вот сетевой кабель. Также она может работать от 12 вольт, то есть в вашем автомобиле вот есть крокодильчики, плюс-минус, и на колонке тоже есть выходы, чуть позже это покажу. Колонки вы получаете вот такой вот пульт дистанционного управления, с помощью которого можно полностью управлять данной колонкой. Ну и тюльпаны для подключения, например, колонки к телевизору или к DVD, в общем, какому-то устройству, чтобы выводить звук. Ну и самое главное, это два вот таких беспроводных микрофона. Они работают на пальчиковых батареечках типа АА. В каждом из микрофонов нужно две батарейки. Собственно, вот таким вот образом выглядят. Батарейки в комплекте не идут. Итак, ребят, вся колонка не умещается в кадр, значит, на верхней части у нас находится небольшой экран, на котором отображается информация колонки. То есть это Bluetooth, радио или флешка, какая песня играет, на какой минуте и так далее. Также здесь находятся кнопки управления, кнопочка мод, переключение режимов, то есть Bluetooth, радио, приемник и так далее. В ней есть Bluetooth и в ней есть радиоприемник. Дальше у нас кнопка возврата, пауза, переключение треков вперед-назад, выходы USB, то есть сюда можно подключить USB флешку или microSD карточку через переходник. Давайте сразу я подключу флешку, чтобы потом вам продемонстрировать, как она работает. Кстати, подключили флешку, она автоматически начинает воспроизводить музыку. Просто сейчас выключен звук. Вот таким вот образом выглядит сам динамик. Вот эта подсветка подсвечивается очень красиво в темное время, но ее, конечно, можно выключить. На задней части много разных настроек, много разных кнопочек, тумблеров и так далее. По порядку. Во-первых, вот эта кнопка включения-отключения подсветки. То есть вы можете использовать, можете не использовать. Вот рядом кнопка включения-отключения самой колонки. Вот это выход для сетевого кабеля, чтобы ее заряжать или просто чтобы она работала от сети. Вот это выход для подключения 12-вольтового кабеля, как я показывал. То есть сюда плюс, сюда минус, и она тоже будет заряжаться. Дальше у нас выходы тюльпанчики, которые позволят подключить тот самый кабель с тюльпанами для телевизора или DVD, чтобы воспроизводить музыку. А вот это регулировка, собственно, все, что касается звука. Вот это громкость самой колонки, низкие, высокие частоты, то есть настройка. А вот это настроечка, то есть под микрофоны, вот это все можно поднастраивать. То есть добавить там громкости на микрофоне, убавить громкость на микрофоне. То есть на каждом из микрофонов, вот мик 1, мик 2, вы можете его контролировать на самой колонке. Можно подключить еще дополнительно проводные микрофоны.
Ребят, на нижней части колоночки у нас находятся колесики для того, чтобы было удобно ее перевозить. А на верхней части у нас находится вот такая ручка, как в чемодане. На правой, на левой и сверху колонки у нас есть, на правой, на левой стороне, в смысле, есть вот такие ручки для переноски данной колонки, потому что нужно где-то ее переставить, поставить, чтобы не доставать за каждым разом вот эту ручку и не перевозить колесиками. А на нижней части вот здесь есть специальное отверстие для того, чтобы можно было ее поставить на какую-то стойку. То есть здесь есть специальный фиксатор, ставится она на стойку и будет стоять на высоте. Это тоже хорошо, что это предусмотрено. Ребят, для того, чтобы вы понимали разницу, я взял JBR Charge 3, поставил ее рядом. То есть это небольшая портативная колонка, но в принципе размеры ее знают. Кто разбирается в акустике, то знает, каких размеров данная колоночка. И вы просто посмотрите на разницу между этими колонками. Для того, чтобы подключить микрофон к данной колонке, делается это максимально просто. Во-первых, необходимо в микрофон вставить батарейки, что я уже сделал. И на каждом из микрофонов есть тумблер включения-отключения. Переводим включение и можем разговаривать. Раз, два, три. Также здесь есть такие штуки типа эхо, вот это все можно включать, выключать. Подписывайтесь на канал. Ну, а теперь давайте послушаем, как звучит эта колонка. Также, ребят, огромный плюс в том, что когда играет музыка, просто обычная песня, вы можете просто включить микрофон, и это дело будет работать вместе с музыкой. То есть вы можете там подпевать, кому нравится. Вот, то есть это все работает. Можете включить два микрофона, будет работать, соответственно, два микрофона. Басы в этой колонке очень шикарные. Ну и, естественно, это все дело регулируется для того, чтобы включить радиоприемник. Ну, соответственно, включаем колонку. А также здесь находится антенна. Достаем, открываем. 800. Вот, работает радио. Дізнавайтеся подробиці та замовляйте тестостан. Ну и, конечно, вы можете переключить волну, он, то есть колоночка сама будет искать, когда находит хороший сигнал, останавливает пуск и включается, собственно, волна, которую она нашла. Также можете... Итак, ребят, производитель заявляет, что микрофоны работают на расстоянии 40-50 метров от колонки, но, опять-таки, это зависит на какой площади, то есть где вы их будете использовать. Есть какие-то стены или другие комнаты, или это одно огромное помещение, это все, конечно же, влияет, но на самом деле мы отходили в нашем помещении, где-то метров, наверное, на 20-30, работало все отлично и никаких перебоев не было. Вес данной колонки 10 килограммов, она может заряжаться как от сети 220 вольт, так и от 12 вольт. Также в ней стоит аккумулятор, который может работать до 10 часов без подзарядки. На этом влияет много факторов, например, где вы будете использовать эту колонку и при какой температуре. Все знают, что при холодных температурах аккумулятор, конечно, будет работать меньше и садиться будет больше, поэтому это тоже нужно учитывать. Если будет использоваться зимой и будет где-то стоять на улице, то, конечно, проработает меньше, но для такой колонки, для такого звучания это отличнейший показатель. Но, опять-таки, там есть выход под сетевой кабель, и если она будет стоять где-то возле розетки или просто протянуть к ней переноску, то можно использовать неограниченное количество времени, разве что если свет не вырубят. Мощность данной колонки, как заявляет производитель, 150 ватт. Ребят, данная колонка мне очень понравилась. Во-первых, потому что она имеет классное качественное звучание. Второе, в ней есть аккумулятор, который позволит ей работать до 10 часов беспрерывной работы. Это круто. Плюс, есть беспроводные микрофоны, которые уже работают. То есть вы можете просто-напросто вставить батарейки, уже использовать с микрофонами, петь караоке. И вообще для этой колонки есть много задач, с которыми она может справляться. Первое, просто поставить ее в автомобиль, и это все дело будет работать. Второе, где-то на природу выехали до 10 часов без подзарядки, это отлично. Поставили где-то в лесу, она тоже будет работать и будет работать громко и качественно. Регулировка низких, высоких частот, встроенный радиоприемник. И плюс, если вы забыли флешку где-то с музыкой, то в ней есть Bluetooth, по которому вы можете подключиться и воспроизводить любую музыку с вашего телефона или даже с интернета. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал.
и оценивайте наши ролики. Всем пока!